Истребители урожая появились на полях уже в конце апреля, когда пригрело солнце и было тепло. Специалисты опасаются, что вредителей этим летом может оказаться больше обычного. В общем, урожай под угрозой. По наблюдениям специалистов службы защиты растений, на рапсовых полях в конце апреля появилось много крестоцветных блошек, которые особенно опасны для молодых ростков этой сельскохозяйственной культуры. На цветах озимого рапса замечены цветоеды, также в озимых посевах активизировалась тля. Судя по тому, что они так быстро появились при первом солнышке, судя по этому, можем сказать, что они хорошо перезимовали. Как это все распространение будет длиться дальше, это уже зависит от климатических условий в дальнейшем. На все лето мы прогнозировать распространение насекомых, конечно, не можем. И действительно, в начале мая, когда температура воздуха упала, снизилась и активность вредных насекомых. Они спрятались и ждут возвращения тепла. Как рассказали в службе защиты растений, специалисты службы регулярно ведут наблюдения за латвийскими полями, куда они выезжают каждую неделю. Всю последнюю информацию можно узнать на домашней странице службы на карте наблюдений за вредителями. Галина Сладовник, Инс Иванс, Латвийское телевидение.